больше будем делать замочек. То есть еще здесь вот будет замочек. Опять побольше можно. Смастерить своими руками подарок на 8 марта. Мастер-класс по изготовлению украшений прошел в городском округе. Немного теории, экспериментов и, конечно же, практика. Пока родители ждали своих малышей в детском саду, смастерили браслеты и узнали секреты драгоценных камней. Понравилось то, что у нас была возможность у меня лично провести эксперимент. Теперь я знаю, как отличить настоящий янтарь от ненастоящего. И как же, поделитесь. А, да, значит, 3 столовых ложки соли. Растворить, да, с горкой, растворить в горячей воде миллилитров 300 и опустить туда янтарь. Если он всплывет, значит, он настоящий. Если он пошел ко дну, значит, он не настоящий, можно смело выкидывать. Юлия Валиулина увлекалась изготовлением украшений в декрете. Начинала с пластиковых бусин, потом перешла на янтарь. Уже год мастерит украшения для себя и близких. Мне лично очень нравятся плетеные. А почему? Это современно. И подойдет и под джинсы, и под любой стиль. Ну, мне нравится сам процесс. И добавляю оттенки, другие бусинки. Вот смотрю, да. Подобные мастер-классы проходят в детском саду номер 14 часто. Среди родителей много талантливых людей. Кто-то расписывает имбирные пряники, кто-то делает оригинальные мягкие игрушки. И все они готовы поделиться своим опытом и навыками с другими родителями.